дорогие друзья. Здравствуйте, телезрители. Здравствуйте, телезрители. Слушайте, мы решили записать видео, потому что для нас это необыкновенно важно. И мы хотим сказать вам огромное, во-первых, спасибо за вашу активность. Только представьте, что на Бендлинке, где люди уже оставили свои заявки на предзаказ на то, чтобы первыми услышать нашу песню, мы уже в топ-чарт попали, и не просто попали, а заняли 26 место. И это только 3 дня прошло. И это только прошло 3 дня, но у нас не так много еще дней впереди. Но, тем не менее, мы очень благодарны вам за вашу поддержку. И хотим рассказать, наверное, тем, кто не знает, что такое Бендлинк, и каким образом можно поучаствовать в процессе, и вообще о чем идет речь. Да. И это специальный сервис, где собраны все цифровые площадки, на которых размещен наш дуэт. Ну, пока анонс. Анонс, то есть куда вы можете зайти, кто имеет Яндекс.Музыку подписку, кто-то имеет Apple Музыку, Spotify или ВК Музыку, или Сберзвук там, и так далее. Можно зайти Spotify, по ссылочке. Spotify, Apple Music, Яндекс.Музыка. Можно через QR-код больше появится. Да, через QR-код больше. Люди, которые смотрят нас в запрещенной соцсети через VPN, у них будет чуть-чуть сложнее процесс. Надо набраться, что называется, терпения. Либо зайти в наши другие ресурсы. Дзен, ВК, Телеграм, Ютуб, везде мы публикуем ссылки, но чаще всего они находятся... Одноклассники тоже, да. Даже задействовали тут впервые в жизни в контактах, в WhatsApp, сделали сторис, представляете? Так интересно. Нет, почему в Телеграме? В WhatsApp. Или в Телеграме еще делаю. Я тоже говорю про WhatsApp, я никогда этого не делала в WhatsApp. Оказывается, это популярная штука. Вот. Нажимаете просто на ссылочку, и вам открывается меню. И вы выбираете ту социальную сеть, тот сервис, которым вы постоянно пользуетесь. Да. Нажимаете подписаться, и все, бесплатно. Послушать. Послушайте, это падает, вот еще можно там лайк поставить, это падает, ваша заявка падает как бы в вот этот предзаказ. Это ничего не стоит, если, конечно, у вас есть уже подписка, если вы слушаете музыку на этих ресурсах. Если, конечно, у вас нет такой подписки, вы не пользуетесь никакой там ни колонкой Алисы и так далее, то, наверное, не сможете послушать, потому что выходить эта песня будет исключительно на цифровых площадках пока, хотя, может быть, впереди еще и радиостанции, вот, но в данный момент пока такая история, да? Да. Да. В общем, друзья, мы очень будем вам благодарны, потому что для нас это как важно. Все-таки мы не просто так выбрали 12 апреля. Это... Он сказал, поехали. Поехали! Вот мы... Так что ставьте лайки, подписывайтесь и следите за нами. Да, дальше, да, будет больше. Мы вам покажем еще много чего интересного. Снимается клип на эту песню, поэтому, чтобы послушать песню, чтобы понять вообще, чем мы сейчас живем, то, конечно, надо записаться. Чем прекрасен предзаказ? Тем, что вы можете забыть, закрутиться, вы люди занятые, а тут вам просто придет пуш-уведомление. Ну и чем вас больше, тем больше вероятности у нас попасть в рекомендованные, да? Да. Так что мы вас любим. Нет, вот так. У тебя пальцы такие, вот так. У меня жирное очень сердечко. У тебя большое сердечко, большое горячее сердце. Мы вам посылаем. Очень вас любим. Мы ждем от вас, конечно же, поддержки. Я многим из вас отвечаю лично. Там, где не активна ссылка, там это происходит в шапке профиля, есть ссылка. Поэтому любим, подписывайтесь, поддерживайте. На краю этой осени пахло мокрыми флоксами, плавал день догорающий в недопитом вине. Все. Все.